Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Far Cry 2. И сейчас нам нужно выполнить задание для Марти. Он сейчас воюет с отрядами Афот, задача помочь товарищу расправиться с врагом. Ага. Так. Ладненько. Поехали. Очень хороший вопрос. А куда же нам надо ехать, соответственно, да? Так. Карта. А. Но ехать не так-то уж и далеко. Это отлично. Аккуратно, вылезай. Вылезай, братишка. Пора выходить в бой. Так, Марти. Так он сам справился. Спрашивается, а зачем мы ему пришли помогать, если он сам все сделал? Как-то это нелогично. Получить задание в любом соответствующем месте. Ну ладно. Ну хорошо. Так, масштаб. Ну, здесь есть задание рядом. Но надо направляться к блокпосту. К ближайшему. Его, конечно же, мы с вами сотрем с лица этой местности, чтобы подобраться к месту самого задания. Да, получается именно так. Здрасте. А мы сюда. Так, похоже. Похоже, отставать не собираются. Зачем поехал за нами? Мужик, я не понимаю. На свою собственную погибель поехал. Зря он так. Очень-очень зря. Его никто не заставлял. Что-то погодка какая-то не совсем лицеприятная. Давайте мы тут высадимся. Быстро. Прекрасно. Не понял. О, другое дело. Ух ты, ёлопала. Ну и туда еще. Для пущей убедительности. Это мы завоевали, да, блокпост? Ой-ой-ой-ой. Ну, пожарище получилось в итоге. Ну, кто же предполагал-то, да? Ладно. Нам куда? Угу. Аккурат сюда. Наверное, опять задание с вышки возьмем. Ну да, точно. Чуть там наверху. Давайте посмотрим. Кейс. Хорошо, хорошо, замечательно. Куда нам надо ехать, какое задание? Убейте цель, обозначенную на карте. А цель где находится? Вы шутите, что ли? Ладно, до цели, я думаю, мы и доберемся с вами. Давайте поедем, знаете, куда? Вот у нас есть там значок с пистолетом. Может быть там? Может, что-нибудь интересное есть. В плане задания. Потому что ехать на другой конец карты что-то мне как-то не льстит совершенно. Да к тому же мы сейчас быстро доберемся до нужного места. По-хорошему, конечно, нам надо бы поехать в город. На центр карты. Ну да ладно, успеем.
Всегда. О, какой злобный мужик. Стреляет по всем машинам, подумать только. Оставшийся после врага оружие обычно в плохом состоянии, участок клинит. Не стоит на него полагаться. Оценить состояние оружия можно просто взглянув на него. Грязное, поцарапанное ржавое оружие ломается чаще. Открыть и купить новое оружие можно в оружейном магазине. Новое оружие предельно надежно. Оружие, с которого вы стреляете, заклинило. Чтобы починить его, нажмите R. Осторожно. Все? Все желающие высказались? А ладно. Так. Но мы еще не доехали до нужного места. Не думал, кстати, что дробовик так быстро заклинит. Даже как-то удивительно. Так, стоп. У нас получается здесь по навигатору. А, это место, где можно сохраниться и поспать. Нам оно не совсем нужно, получается. А вот здесь можно задание взять, да, насколько я понял? И закупиться оружием. Ну так вообще прекрасно. Ну-ка. Что у нас тут? Да окей, окей. По оружию... Пособие, улучшение точности. Улучшение точности это не так уж и круто. Улучшение надежности. Ремонтное улучшение. Ага. Снаряжение. Вот. А что у нас тут еще есть? А, понятно. Снаряжение гранатометчика. Средняя аптечка, камуфляжный костюм, улучшение маскировки. Но это слишком круто. Средняя аптечка, ящик для запасного оружия. Слушайте, может быть, камуфляжный костюм возьмем? Почему бы и нет? Нормально просто, шикарная штука. Угу. Камуфляж это великолепно, потому что всегда есть от этого дела польза. Противник может не сразу заметить то, что надо. Так. Поехали, что ли, тогда до автобусной станции? Ну, а что тут еще можно? Больше тут никаких вариантов нету, только если так. Только если вот таким вот образом кататься, соответственно, да? Автобусная станция находится, конечно же, не так уж и близко, но и не так уж далеко. Так. Я думаю, здесь мы не будем разбираться ни с кем, потому что это все-таки лишнее время. А кому охота время тратить на этих... головорезов бестолковых, правильно? Поэтому не будем. Хотя они сами напрашиваются. Вот. Вот этот джип возьмем. Это джип жить или что? Вот так. Прикольно-то, блин. Какие ощущения, да? Класс. Зачем они поехали за нами? Я вот не понимаю. Вот что этим людям не сидится? Вот они не чувствуют, что ли, что им сейчас все пообломают.
Не знаю. Нам сейчас сюда, да, наверное? Ну, чтобы это... Путь срезать. Аккуратненько так. Где-нибудь вот здесь. Главное, в дерево не врезаться. Мне неохота лишний раз связываться с блокпостами, с этими дебильными. Потому что, ну, совсем это не круто никак. Ой, ёп! Так. Может, проедет? Ну, здесь, наверное, воды по колено, да? Ну, да. А, ну. Ну, не совсем по колено. Давай, слушайте, может, доедем, правда? Это, конечно, смешно. Дико. Может быть... Ну! Эй! Ну, давай же, детка. Ну, почти же ведь доехали. Ладно. Да. А ведь как круто же ведь было-то, правильно? Очень было круто. По карте, где у нас ближайший сейчас лагерь? Можно, конечно, в него пойти, а можно пойти сразу к автобусной станции. Так, мы правильно пошли? Ну, хотя, не знаю, может быть, в лагерь лучше. Да, здесь машины есть. Можно хотя бы посетить это место. Но мы этого делать не будем. Тачку просто взяли. Опа! Аккуратно. Да ладно, откуда? Задолбали уже. Вот взялись непонятно с какого места. Откуда они вообще вылезли? С воздуха, что ли, появились? Непонятно. Это какая-то загадка. Как будто их из какого-то... какой-то аномалии выбросило сюда. С пространственно-временной. Погнали. Нашему персонажу нужно было становиться ремонтником. Он бы вообще, он бы тогда был бы реально крутым мужиком. Он бы тогда, представляете себе, у него бы, блин, свой завод бы был, где он бы один чинил бы все машины за 5 минут. Вот да, вот эта тема, так тема. Да, нам сюда нужно идти. Потому что мы с вами уже задание берем в одном и том же месте, поэтому давайте мы и будем с вами задание брать в одном и том же месте, соответственно. Да. Только так и никак иначе. Тут полная анархия. Да ты, мужик, ты что, не знал, что ли, куда ты едешь вообще, в какое место? Блин, как будто думал, что сейчас приедет и нормально будет все. Тут торговец оружием направо-налево свои стволы предлагает, чуть ли не как на базаре. Покупай, не хочу. А ты еще тут что-то говоришь. Анархия, не анархия. Везде тут одна анархия. Ё-моё. Как будто первый день родился только. Я офигеваю. Так. Мужики, которые нам дают задания, наши основные. А. Тут нету задания, получается. Хорошо. Зато есть напротив здания. Там тоже есть желающие нам задание дать какое-нибудь. Ну, так пойдем, возьмем это задание тогда. Почему бы и нет? Что-то как-то я... пошел какими-то окольными путями совершенно. Я не знаю зачем. Ну ладно, пускай будет так. Пускай. Стоять. Сюда. Ты знаешь порядок, без оружия. Так у меня в руках-то не оружие. Эй! О! Блин. Ладно. Ну и чё? Ты оружие-то брать будешь? Бери давай. Нет, интересно, а на чем у него держится автомат за спиной? Такой вопрос просто гениальный. К
как он его поддерживает, я не понимаю. Может у него там какой-то прыщ на спине вырос огромный, на котором держится автомат. Посмотрите на их снаряжение, только гляньте, все самого высокого качества. Это Объединенный фронт. Меня зовут доктор Гакумба. Но как пронести все через границу? Никто не проберется в страну сегодня. Перейдем уже к главному. Отправляйтесь в Южную пустыню. Найдите отряд и уничтожьте его снаряжение. После этого им хана. Вот здесь оплата. Не забудьте, задание секретное. Ребята из АФОТ о нем не знают. Не ждите от них никакой помощи. Угу. И дайте-ка угадаю. Сейчас мы выйдем из этого здания, и нам на мобильник позвонит наш товарищ. Хм. Я скажу, как я удивлен. Как я удивлен. Эй, это Марки. Встретимся у укрытия. Не говори никому, куда идешь. Конечно же, не скажу никому, куда я иду. Марти. Какой ты непредсказуемый. Вау. Ладно. Хорошо. Ох, опять какие-то в дальние дали. Нужно топать. Ладно. Где у нас тут автобусная станция? Вот она рядышком, поэтому да, мы ее... Конечно же, мы ее воспользуемся. С моей стороны, было бы глупо и опрометчиво ей не пользоваться. Конечно же. Кстати, мы сейчас телепортировались в место карты, на котором раньше не были ни разу. Угу. Вот так вот. Так что сейчас побываем в том месте, которое для нас новое совершенно. Это круто, кстати говоря. Такая небольшая смена обстановки получается. Так называемая. Да, сохранимся. Все время, когда буду предлагать, мы будем сохраняться. Ну, вообще, конечно, ничего особо не поменялось. Но вот система ветра сейчас великолепная. Очень крутая. А интересно, а можно в автобус сесть? Нет. К сожалению, в автобус сесть нельзя. И вот это реально обидно. Потому что я хочу сесть в автобус и поехать на нем. Но, к сожалению, автобусы здесь не предусмотрены в качестве транспортного средства. Так что, увы и ах. Ладно, Марти, мы едем к тебе. Что он нам интересного скажет, этот Марти? Может быть, что-нибудь такое хорошенькое нам нашепчет. Так, давайте блокпост срежем. Так, я не хочу сейчас въезжать ни в какую речку или озеро, или там, что там, что бы там ни было. Ну, козлиная. Все? Так, эту тачку чинить не надо. А ту надо. Неохота лишнее время тратить на починку машины. Зачем, когда можно просто здесь поехать? Тут, кстати, с зеленью все в порядке. Тут зелени много. А в некоторых частях карты трава какая-то вообще никакущая абсолютно. А здесь вон сколько всего. Чуть ли не джунгли. Тут еще и магазин со снаряжением, да, получается. Хотя нам не сюда. Хм. Нам совершенно не сюда. Нам вот куда-то вот сюда. По идее, нас здесь должен ждать Марти. Как-то далековато тачку я увез. А эта машина вряд ли поедет. А, вот тут есть тачка. Хорошо. Прекрасно. Болот, что ли? Да, определенно. Привет. Ты пилюли от малярии принимаешь? Тут шутки плохи. Я насчет работы, которую ты для Гакумбы делаешь. Послушай, есть один парень, бельгиец, на иностранные СМИ работает, работник херов. И на твоих клиентов тоже. Он им координаты должен сообщить, чтобы они знали, куда идти. Если ты до него доберешься, то можешь заставить дать ложные цифры.
Нужно, чтобы они отправились в трущобы, в Макубу. Там они найдут грузовик, набитый лекарствами с черного рынка. Это их краденый товар. Он принадлежит конторе, которая их наняла. Представляю, как они взбесятся. Хочешь знать, откуда это мне известно? Эти сукины дети пришли за мной. Ведь это я груз из машины украл. Это все ловушка. Я заведу их туда, куда мне надо. Не хочется их убивать, но сам понимаешь, или они, или я. Угу. Даже так, да? Все, что тебе сейчас нужно, это найти того бельгийца. Он где-то на вилле. Постарайся его убедить. Ну ладно. Попробуем убедить с помощью нашего дробовика. Самое лучшее средство убеждения. Как правило, универсальное. Так, как бы лучше объехать все это дело? Я даже не знаю. Ну, не будем тогда извращаться, поедем просто по прямой. Ну, как, тут не совсем прямая, но по дороге вот по этой. Не будем сворачивать никуда. Вроде сюда, да? О, сразу погоня образовалась. Так, а где все? Эй! Во! Как будто услышали. Все? Да ладно. Ну вот, нормально. Пока еще едет хорошо машинка. Хотя что-то мне подсказывает, что надо ее сейчас будет скоро починить. А, ну к тому же у нас там еще один блокпост. Хорошо. Аккуратнее. Аккуратнее. О, на ваше счастье кончились патроны, но остались молотовы. Так. Значит, мы сейчас этот так называемый блокпост, ну, не совсем зачистили, но близко к этому. Что у нас здесь есть? Аптечка. Нам лечиться, кстати, надо. А он не помешает. Ну, бери тогда. Там боезапас. Я так и не разобрался здесь, для чего какой боезапас нужен. Но мы этот охранный пункт разведали, в принципе. Что очень хорошо. Кстати, тачка хорошая с боевой точки зрения. Но, ладно уж. Подзорвали, так подзорвали ее. Что ж поделаешь. Ничего с этим не поделаешь, дорогие друзья. Ладно. Значит, тогда поедем прямиком к цели, на которую нам указал наш компаньон. Осторожно. И сюда. А зачем он на заднее сиденье сел? Для меня это какой-то загадкой является. Совершенно. Граничащий с логикой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Ты ёлы-палы. Включись. Надо оружие обновить. Заклинивать начинает. Это плохо. И сюда. Сейчас по нам стреляют. Откуда это? Не знаю, откуда это. Тебе виднее. Так, что у нас здесь есть? В принципе, ничего интересного. Мясо подгнивает на жаре. Койки засраные. Так, тут ничего интересного. Где тут? Замечательные ребята.
Офигенно. Это как, какие-то фейерверки, что ли, да? Или что-то наподобие. В любом случае, нам нужно на второй этаж. В принципе, задание обновлено — добраться до Макубы и уничтожить снаряжение спецназовцев. Но тебя мы не будем убивать, потому что мужик вроде нормальный. Пошел на контакт. Вполне себе так. Поэтому можно отсюда потихонечку ретироваться. Все, понеслось, старик. Ребята уже на ногах. Отправляйся в Макубу, поживее. Да без Б. Давай. По карте это где у нас находится место? Ну нихера себе. Я бы сказал, как оно близко, только матом не хочу ругаться лишний раз. Ладно. Я думаю, доедем быстро достаточно, если не будем отвлекаться. Оба. Ух ты ж, блин. Ну вот, ну что тебе не имется, а? Ну что тебе не имется? Не понимаю, зачем тут разозлил меня, реально. Еду себе, никого не трогаю. Но нет же ведь, надо выпрыгнуть с автоматом, блин. Вот теперь уже лучше. Карту снова доставай, братин. Ёлы-палы. А что-то врезался. Камень, что ли, какую-то херню, какой-то мусор тут валяется на дороге. Более-менее я уже на карте начинаю ориентироваться. И это прекрасно, потому что, ну реально время экономит очень сильно. Нам сюда. Я все правильно понял? Так. Я думаю, дальше тут никто не пройдет по дороге. Можно починиться. Потому что мы этот мост с вами перекрыли очень удобным образом. Поехали. Ну, они там, конечно, слышно было. Начали стрелять из пулемета. Скорее всего, еще одна тачка попыталась ввязаться в погоню. Но не смогла, потому что на мосту уже тачка была разбитая. А вот мы и на месте почти что. Я не буду сейчас сокращать здесь путь и ехать какими-то окольными путями, потому что лучше машинку здесь поберечь, реально. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы что творите-то? Так, осторожно. Что, то что ли заклинило? Вздеваетесь, не понимаю. Ёлы палы. Почему он выстрелил вообще не туда, куда надо? Где здесь логика? Можете мне объяснить? Я не понимаю совершенно, вообще никак. В общем, тут есть выбор сейчас. Либо же пойти в ту сторону, либо в ту. Но туда мне совсем теперь не хочется ехать, потому что слишком далеко. Вообще ни капельки не круто. Поэтому пойдем-ка мы с вами туда, где еще не успели побывать. Нафиг. Надоело уже все это безобразие.
И эти машины тоже уже надоели. Вражеские, которые постоянно катаются туда-сюда здесь, по карте, блин. Уже просто терпения не хватает на все, на это безобразие. Так, куда там надо ехать? Ну, в принципе, мы уже рядышком находимся, поэтому не вижу ни малейшего повода чинить машину. Как-нибудь машина обойдется без всего этого дела. Ну, вот мы и на месте. Песочек такой. Горячий, наверное, очень. Это прикольно, да? Так. Иди сюда. Полечился, молодцом. Да сколько их тут еще? Так, по-моему, не так уж их много их тут еще осталось, да? Хорош. Боезапас. Ну, нормально вполне получается. О, там еще один, да, тусуется. Да ладно, еще кто-то здесь. Я удивлен. Откуда? Ты что творяешь-то? Да, хардкор. Хардкор есть хардкор, дорогие друзья. Бери боезапас. Надо дробовичок нам обновлять, потому что он сейчас в просто отвратном состоянии находится. Далее. Аптечка. Бери аптечку. Вот, нормально. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.